Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи, однако проблема инфляции осталась нерешенной.